Большинство из нас удивляется, а что же случилось с здравоохранением? Давайте сравним положение о Министерстве здравоохранения СССР и положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Что было у нас в СССР? Первое. Министерство здравоохранения СССР несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие здравоохранения, уровень развития медицинской науки и за качество оказываемой населению медицинской помощи в целях предупреждения эффективного лечения болезни и дальнейшего увеличения продолжительности жизни людей. Второе. Главными задачами Министерства здравоохранения СССР являются оказание общедоступной, бесплатной, высококвалифицированной медицинской помощи населению. А что же сейчас нам предлагает здравоохранение Российской Федерации, которое действует в настоящий момент? Первое и единственное. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Минздрав России, является федеральным органом исполнительной власти. Интересная постановка. Осуществляющим функцию по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовой регулированию в сфере здравоохранения. Как говорится, ни о чем. Обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения. Все, что угодно, реализует государственную политику, нормативно какие-то правовые регулирования в сфере здравоохранения. Обязательно медицинское страхование, лекарственных средств. Еще разок напомню. Главными задачами Министерства здравоохранения СССР является оказание общедоступной, бесплатной, высококвалифицированной медицинской помощи населению. В современной трактовке положения о Министерстве здравоохранения этого нету. И как говорится, а тогда и что тогда удивляться? И что мы будем удивляться? Ну вот мне попалась интересная такая беседа. Давайте-ка ее послушаем. Врачебное сообщество пытается, наоборот, законсервировать систему лечения, которая принята сегодня. Вот я разговаривал с своим другом. Он является главой фирме Bayer по выпуску новых лекарств. Бизнесмен, член тоже WPO, как и я, да. Мы с ним говорили о двух системах здравоохранения, которые существовали в Советском Союзе и существуют сегодня в мире во всем, и в России она теперь тоже стала стереотипной. В Советском Союзе врачам платили деньги из бюджета, им не надо было зарабатывать. Поэтому любые новые лекарства, любые разработки, они были welcome, они были приняты. Наши врачи были очень во многих дисциплинах врачебных впереди гораздо всего мира. В Америке совсем другая ситуация. Вам надо зарабатывать. Как вы будете зарабатывать? Конечно, чем дольше вы лечите больного, тем вам больше денег он приносит. Чем дольше будут вас лечить, тем больше денег будут на вас иметь. Поэтому одно дело человека полностью исцелить, чтобы он стал здоровым, и совсем другое это вот такое понятие, как лечить. Лечим, 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 лечим и лечим, и лечим. Поэтому надо сказать, что Альцгеймер неизлечим. Диабет неизлечим, да? Чем больше вариаций всевозможных лекарств вы выпустите, тем лучше, тем больше вы продадите. Поэтому нужно лечить не болезни конкретные, а конкретные проявления, то есть симптоматику. Вся медицина мира сегодня симптоматична, она лечит симптомы. Но рассказать вам что-нибудь, чтобы было понятно людям. Лично мне, почему я начал заниматься самоздоровлением, следить за своим собственным здоровьем, потому что мне надо здоровье. Мне не надо, что я там убрал, то, что-то там у меня там разболелось. Мне не надо, чтобы я убрал боль. Мне надо, чтобы я убрал болезнь, которая вызывает эту боль. Поэтому я пришел к выводу, что в связи со сложившейся обстановкой необходимо за своим здоровьем следить самому. Вот, допустим, что-то случилось с вашей почкой. Она перестала чистить азотистые соединения, достаточно так, как она должна это делать. Что происходит? Почка дает сигнал в мозг. Мы уже знаем как, через макрофаги. И мозг увеличивает ваше кровяное давление. Что с вами происходит? Вы тут же бежите куда? К кардиологу и говорите, у меня давление повысилось. Кардиолог говорит, нет проблем. Самое лучшее средство, раз вам депрессант, и ваше давление прибили. А почка-то не может работать. Она просила мозг прибавить давление крови,
чтобы чистить нормально азотистые соединения. Они же никуда не делись. Куда она их девает? Она их выбрасывает в межклеточное пространство. В результате межклеточное пространство начинает напоминать свалку, является наиболее благоприятным местом, в котором развивается всевозможная бактериальная микрофлора, которая начинает использовать уже нас. Вот так вот идет зашлаковка организма со всеми вытекающими последствиями. Они путешествуют по всему вашему телу. Где они скапливаются? В суставах. У вас заболели колетные суставы, у вас заболел позвоночник. Куда вы идете? К остеопату. Остеопат говорит, колени, я специалист по коленям, вот вам нестероидный препарат. Вы его начинаете принимать. Куда бьет в первую очередь нестероидный препарат? По почкам. Почка орет уже, кричит, я погибаю, я не могу выполнить функцию. Вы же убьете организм. Примерно так она разговаривает с мозгом. Мозг повышает давление крови. Вы куда идете? К кардиологу. Кардиолог говорит, ой, не помогает, а вот наиболее сильное средство. Он вам дает такой депрессант давления, что у вас оно снижается. И что дальше вас ждет? Инсульт. Очень мало крови поступает в мозг, снизив давление до такой степени. А надо было лечить что? Почку. Ничего бы этого не было вообще. Можно после вот этого о многом говорить, но здесь наглядно показана порочность лечения, порочность современного подхода лечения. Не лечить, не восстанавливать организм, не избавляться от заболевания, а вот так вот гоняться за симптомами, подавляя их, при этом даже, видите, как бы не понимая, что, устраняя в одном, ты вредишь себе в другом. И в результате все это в целом ведет к прогрессивному ухудшению здоровья. Я разговаривал как-то с одним американским доктором, светило, на одном из конгрессов. Что-то ему начал говорить, он говорит, вы знаете, Артем Михайлович, я не знаю то, что вы говорите, я не имею понятия. Я самый лучший специалист в мире по среднему уху. Вот среднее ухо я лечу лучше всех в мире. Вы что-нибудь хотите об этом узнать? Я говорю, да нет, вроде нет. Но вы знаете, других органов я не знаю. Это как-то не относится к тому, что я делаю. Вот что творится. И будущее, конечно, всего вот этого хозяйства, оно должно рухнуть в первой половине, даже, считаю, в первое двадцатилетие нового века, вот нашего сейчас, где-то к 30-му, к 40-му году медицина должна претерпеть абсолютно кардинальные изменения. Это сегодня самый главный инновационный тренд. Мы должны перейти на то, чтобы лечили с помощью настройки иммунитета человека на причину болезни, которая, вылечившись, уберет все остальные последствия, все симптомы. Таким образом, получается, что современное лечение может такую безобидную болячку, которую вначале можно легко устранить, она наоборот усугубляет и приводит к гораздо более серьезным последствиям, от которых уже так просто не избавиться. Вот вы сейчас сказали о СПИДе. А вы знаете, что у нас есть ученые в России, которые лечат СПИД за 12 дней? Вот я сейчас это сказал. Меня же надо уничтожить. Вы представляете, на что я замахиваюсь? На какую индустрию? На какую огромную, не знаю чего там, деятельность человеческую по борьбе со СПИДом? На все эти конференции, на все эти страшные хосписы, на все. А я говорю, СПИДа нет. СПИДа нет. У человека десятикратный запас иммунитета при рождении, который не расходуется. СПИД – это ситуация, когда за счет вируса, за счет других каких-то вещей выключается иммунная система человека. Нет понятия иммунодефицита. Это обман. Есть понятие выключенного иммунитета. Как включить иммунитет у человека? Вот что такое вылечить СПИД. Дополню. А иммунитет человека настраивается, укрепляется и поддерживается банально внутренней чистотой организма. Будет внутренняя чистота организма, значит, все органы будут работать нормально. И у них будет достаточно своей собственной защиты для того, чтобы оттолкнуть от себя любое заболевание. А когда мы создаем внутри себя болото, которое так и притягивает соответствующие микроорганизмы, а они уже в свою очередь вызывают те или иные расстройства, то делать какие-то коррекции в этом организме просто бесполезно. Все это временно,
И в итоге все будет хуже, хуже и хуже. Как его включить? Могу рассказать. Дело в том, что когда рождается ребенок, вот он еще в утробе матери, один из органов в нем составляет 1/3 веса. Знаете какой? Вилочковая железа. Она находится вот здесь у человека, у эмбриона. Вилочковая железа – это орган, который тренирует иммунитет родившегося ребенка. Почему ребенок тащит все в рот? Не надо бить его по рукам. Он тащит разную заразу и тренирует иммунную систему. И чем больше это тащит, тем лучше. К 12 годам вилочковая железа становится маленькой, вот почти такая. А у нас с вами ее нет просто. Это редуцированный орган, потому что он считает, что я все сделал, я обучил иммунитет, теперь я не нужен, он редуцирует. Но когда мы говорим клянусь, куда мы руку кладем? Не сюда, вот сюда. Вот здесь она находилась, вилочковая железа, главный орган человека. Сейчас очень много таких рассуждений о том, что надо с детского, там, с младенческого, значит, возраста модулировать иммунитет, управлять им, значит, укреплять и так далее и тому подобное. И вот все вот эти вот манипуляции с иммунитетом, начиная с детского возраста, ведут к тому, что пытаясь вот то, что этот человек сказал у нас, сколько там, 10-кратный потенциал этого иммунитета, вот, все эти манипуляции приводят к тому, что пытаясь заместить этот иммунитет, они его разрушают. И это самое страшное, и даже трудно как-то сказать, это вот осмысленно делается вот после того, что мы сейчас с вами услышали, или это просто по глупости? Весь мир пытался синтезировать ферменты вилочковой железы. Даже, по-моему, швейцарцы получили Нобелевскую премию за синтез каких-то 2-3 там участков ДНК. Но никто не смог сделать эффективное химическое такое соединение, которое бы работало как вилочковая железа, обучая наш иммунитет. И что тогда? А тогда мы вдруг обратили внимание, что есть животные, крокодил, например, но есть более сильное животное, которое не болеет ничем вообще. Есть животное, которое убить можно только выстрелом в голову или в сердце. Если в него попадает пуля в любое место, оно вылезает из него и остается маленький шрам. Это животное ничем не болеет всю свою жизнь. Живет вот с такой вилочковой железой. Кто? Нет, тюлень. Он живет во льдах, он ныряет 200 метров, у него нет кессонных болезней. Он весь исполосан различными винтами, у него не бывает воспалительных процессов вообще. И вот наши ученые, взяв этот природный экстракт из железы вилочковой тюленя, оказалось, он подходит человеку. Если этим экстрактом проколоть, грубо говоря, человека, восстанавливается иммунная система, иммунные ответы, запускается иммунитет, проходит иммунодефицит, так называемых, в кавычках, его нету. Просто в этот момент включается то, что выключилось по каким-то причинам. Да, может быть, нужно еще убрать вирус, там еще что-то проделать, но СПИД лечится, не залечивается, не пролонгируется на много лет, чтобы этот бедный больной СПИДом ходил к вам каждый день и платил деньги. Вот я со своей точки зрения поясню, вот почему вилочковая железа, она, ну, будем говорить, исчезает, потому что у нас очень много различных, как бы сказать, видов защиты, которые входят в понятие иммунитет. Это чтобы и микрофлора была у нас в кишечнике, это, естественно, и там вилочковая железа, это, естественно, и чистота организма, но и в том числе, как бы мы сказать, взрослее мы переходим на, вот как я понимаю, на биополевую защиту. У нас должна быть мощнейшая биополевая защита, которая уничтожает все на подходе. Примерно такая защита была у настоящих святых. Они жили простой жизнью, особо даже ты руки не мыли, питание у них было поскольку постоку. Вот. И в то же время люди, настоящие святые, они редко болели, и многие очень долго жили. Факт о наличии биополевой защиты нельзя сбрасывать со счетов. Переходим от одного вида защиты совершенно к другой. На перепутье была эта медицина еще у Авиценны, у древних вообще
лекарей, да, и она пошла неправильным путем. Она не пошла в сторону лечения человека самим человеком. Сегодня даже Ганеман, Самуэль Ганеман, человек великий, который придумал гомеопатию, в России обозвали шарлатаном. А что делал Ганеман? Ганеман говорил, подобное лечится подобным. Это же его формула была. Он разводил в 50 тысяч раз, допустим, возбудители холеры, чумы, пил это сам и вылечивался. А как? Другими словами, важно организму показать информацию болезни, информацию о болезни. И в результате он сам перестроится на ее подавление. То есть это совершенно иная медицина, которая не веществом лечит, а лечит путем коррекции информации. Приобретаются такие качества, которые начинают подавлять нечто подобное, проникающее в ее организм. А мы теперь знаем как. Попадая в кровь, маленький вирус, разведенный вот этот самый возбудитель в 50 тысяч раз, он более эффективный, кстати, чем разведение в 10 тысяч раз. Вот что делал Ганев, он показал. Что такое гомеопатия? Это крупка, а на ней какой-то маленький сигнал, больше не нужно. Но он достаточный, чтобы макрофаг его схватил, понес в мозг и сказал, у тебя чума, срочно принимаем меры. Вот что такое гомеопатия. Гомеопатия лечит, это реальная совершенно технология, которая придумана в веках и которую совершенно безмозгло была уничтожена в России этими постановлениями, а на самом деле нет, не поэтому. А чтобы опять наши врачи процветали, чтобы лечить подольше, чтобы продавать побольше в аптеке. Вот же что движет. Поэтому, когда мы говорили с этим парнем из Байера, он говорит, Артем Михайлович, модификация лекарства, допустим, Панадол, а мы выпускаем Панадол Плюс, стоит модификация 60-70 миллионов долларов, чтобы выйти на рынок. Но потом мы получаем 700-600 миллионов. Поэтому огромные гиганты фармацевтические. И только они могут вывести новое лекарство на рынок. Даже что бы вы ни придумали, вы не можете без них пройти все эти стадии, да, тем более за рубежом, FDA, все эти, да, регистрации. Поэтому медицина себя защитила, вот защитила медицина, простите, я оговорился. Бизнес в области медицины себя защитил так, что поломать эту систему будет очень сложно, практически сложно. И поэтому Советский Союз, где развивалась медицина, не исходя из заработка врачей, не исходя из этого, сейчас мы уже в этом же поле находимся. Сегодня врачам выгодно лечить, особенно в поликлиниках, где можно брать за какие-то процедуры деньги. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!